by history. Привет всем, друзья! Сегодня у нас в гостях человек, который считает, что в каждом якутянине есть инженерная жилка. И именно суровые условия севера способствуют этому. Внимание на экран! Многое, чего он добился в свои 34, это результат его личностных качеств. Родился в селе, но решил стать промышленником. Окончил Российский университет нефти и газа имени Губкина. После учебы хотел работать в компании «Сургутнефтегаз». Настойчиво добивался этого. Его взяли. Там он прошел хорошую производственную школу. После 2,5 лет работы в большой компании вернулся в Якутск. 5 лет работал в «Саха-Транснефтегазе». Общительность и организаторские способности вывели его на другую стезю – общественную деятельность. Владимир Амосов возглавляет организацию «Я инженер». Взаимодействие с крупными промышленными компаниями, трудоустройство местных кадров и внедрение инженерных решений – теперь это его добровольные обязанности. Владимир помогает другим молодым коллегам найти свою дорогу, чтобы лозунг «Местные кадры в промышленность» воплотился в жизнь. Он, как максималист, хочет сделать прорыв в этом направлении. Удастся ли ему это? Или нужны кардинальные меры на другом уровне? Друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с человеком, который находится на острие курса развития республики. Но, тем не менее, я лично считаю, что проблема трудоустройства местных кадров нашей республики – это, прежде всего, прерогатива не общественников, а именно политической республиканской власти. И сегодня нам предстоит обсудить, какие меры необходимо принять. Потому предлагаю разделиться на 2 группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто готовы поддержать нашего героя и разделять его точку зрения. А пессимисты же – это те, кто противопоставляет себя оптимистам. При этом каждый из сторон обязан аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее и пытаться убедить противников в своей правоте. А в конце программы любой участник сможет поменять свою точку зрения и перейти в другую сторону. Прошу каждого определиться и занять место в выбранной зоне. Делимся! Итак, встречаем нашего героя. Человек, который гордо заявляет «Я инженер». Предводитель якутских кулибинок и человек, который убежден, что трудности нас закаляют, но не сломают. Владимир Амосов! Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, ребята, телезрители. Расскажите о себе. Вам даются минуты. Что вы успели сделать стоящего в своей жизни? В основной в своей работе и трудовой, и общественной, наверное, то, что мы подняли престиж технических специальностей. И сегодня «Я инженер» звучит гордо. В 29 лет я стал без административного ресурса депутатом Якутской городской думы. Семейный – то, что я родился у своих родителей, которые дали мне воспитание, те качества, с которыми я живу на сегодняшний день. Я женат на прекрасной своей жене Саргалане, имею 2 детей. Давайте перейдем к нашему блиц-интервью. Владимир, а почему вы решили стать инженером? И почему именно эта специальность? В то время приезжали Олимпиада, тогда не было ЕГЭ. Когда приехали представители Российского государственного университета нефти и газа, я понял, что это мое. А каким у вас было представление о своей профессии? И совпало ли оно с тем, что вы ожидали? Представление было, конечно, у каждого это нефтяной магнат, ассоциация у молодого человека, газовый магнат. Ну, почти что совпало. Ну, не в этом, а в трудовой деятельности. А как вы считаете, какие мифы о работе на промышленных предприятиях стоит развеять? То, что сразу все получится. Все надо начинать с низов. Если ты получил высшее образование, это означает все равно, что ты должен пройти от слесаря до инженерно-технического специалиста, а может и больше. А к чему вы оказались не готовы, когда перешли к работе в «Сургутнефтегазе»? Был готов ко всему. А согласны ли вы с мнением, что якутяне с их менталитетом не предрасположены именно к работе в промышленности? Абсолютно нет. А почему? Все в генетическом нашем культурном коде, о котором многие говорят. Надо это правильно понимать. Люди, которые за один век, начиная от наших... Я лично возьму бабушку, которая жила, дедушки, которые жили в Хатоне, сегодня... Имеем все, живем благоустроенно в таких климатических и географических условиях.
Что надо поменять в нас, чтобы процесс освоения именно промышленности пошел активнее, то есть более массово? Имеется в виду, чтобы наши ребята шли туда? Да. Комплекс мер, которых, я думаю, в передаче я раскрою. А какие конкретные меры необходимо принять именно вот уже на республиканском уровне для трудоустройства именно активных молодых кадров? Помочь вначале перейти, развеять некоторые вот мифы, которые сейчас есть, показать им картину целостную и показать, что это не так быстро. Но если вы добьются результатов, то это очень хороший результат. Итак, перед вами те, кто попытается узнать вас сегодня поближе. Это справа от вас расположились оптимисты. Они поддерживают вас и готовы защищать вашу точку зрения. Спасибо. А слева от вас расположились пессимисты. Они же вас сомневаются. Так. В основном это молодые ребята, да? Итак, друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Давайте начнем с оптимистов. Я выбрал оптимистов, поскольку считаю то, что нам нужно развивать промышленность. Поскольку у нас, когда я работал еще младшим научным сотрудником в Институте проблем нефти и газа, я посмотрел там данные, то, что у нас ресурсов хватит на 300 лет. То есть если мы будем как бы это все добывать, то впоследствии, то, я думаю, то, что мы будем жить как в Саудовской Аравии, там, скажем, в Эмиратах, так сказать. Это из известных полезных ископаемых. Да, из известных полезных ископаемых. 300 лет. Да. Правильно. Угу. Пессимисты? Почему я пошел против? Потому что найти работу после университета нереально, на мой взгляд. Почему нереально? Реально, но трудно. Сложно. Ага, сложно. Потому что я уже смотрю, многие из моих друзей закончили университет и ходят без работы. Это по промышленному. Я считаю, что можно себя как-то реализовать в любой специальности, если ты хороший специалист. И лично ваш пример меня очень вдохновляет. Я знакома с вашей биографией, и вы человек, которым я восхищаюсь. И спасибо. Ваш пример — это достойный пример для того, чтобы подражать. И вы своим опытом доказали то, что можно с самых низов, как говорится, дойти вот до такого уровня. Я к этому тоже буду стремиться. Пессимисты. Трудно реализовать себя. Нужна жилка предпринимательская, чтобы идти вверх, идти против течения. Не каждому это дано. Есть люди, которые все равно пустят руки на полпути, на шаг до цели. В данный момент существует такая проблема, малая, которая после института у студентов не хватает работы. Если промышленность будет развиваться, то работа для студентов будет. И давайте последний из пессимистов. Есть некоторые проблемы при трудоустройствах, потому что нету связи между старым поколением и молодым поколением. Допустим, мы заканчиваем учебу, и у нас все равно нету такого опыта, чтобы действительно влиться в работу. И в действительности взрослые, они не так поддерживают нас, молодых. Просто, гоняют или... Боятся за свои есть рабочие такая проблема, места? Да. Они должны, наставлять нас в верный путь, вдохновлять и так далее. Так, что же начнем? Задавайте Владимиру свои вопросы. У меня вопрос про Мирный, где авария была же летом. Не спугнет ли молодежь, не ослабится ли их желание работать в алмазодобывающей промышленности? Надеюсь, что это не спугнет. Все-таки Алроса и город Мирный, они будут существовать. Эта ситуация даст какой-то толчок, чтобы изменились подходы к планированию. Наоборот, будет много проведено. Резонанс получился очень большой. Из-за этого будут проведены такие меры, которые приведут хозяйство в хорошее состояние, люди не будут бояться. На самом деле, когда летали самолеты, было тоже очень много аварий. И сейчас авиатранспорт считается самым безопасным транспортом. По числу аварий и жертв. Поэтому что-то такое должно произойти и там. Кем вы начинали и сколько вам, какое время потребовалось, чтобы достичь таких высот? Я был оператором третьего разряда, это самый низший уровень. Через полгода меня повысили до четвертого. Через год оператор пятого разряда. Потом я стал мастером шестого разряда. Каждый год лестница. Потом инженер восьмого разряда, девятого, одиннадцатого, начальником отдела. И сегодня я зам руководителя. То есть прошел абсолютно все возможные ступени.
И это, на самом деле, я считаю, очень помогает мне сейчас. Я на своем предприятии я понимаю, кто чем занимается, и легче руководить. Пессимисты? А что будете делать с утечкой мозгов? То, что молодые специалисты больше переезжают сразу на Запад, их завлекают очень быстро, а при том, что наши как-то все медленно это делают и пропускают очень хорошие кадры. Период глобализации – это самый страх, которого мы боялись, но работая больше 10 лет, мы заметили то, что да, люди работают, я сам проработал в другом регионе, но есть что-то в Якутии, которое обратно все время нас тянет. Большинство возвращается и потом ищут здесь какие-то работы. Конечно, заработные платы, они меньше, чем за границей для хороших специалистов. Но посмотрите, вот пример Антон Сафронов, который работал в Тотале. Сейчас он вернулся и работает во благо. Таких примеров, на самом деле, я знаю очень много. Мы любим там, где мы родились. Это единственный пока фактор, который нас возвращает. Но есть, конечно, те, которые едут. Мы должны, наоборот, сказать: красавчик, наберись опыта, но как-нибудь взаимодействуй. Но все мы знаем, что молодым врачам, молодым учителям, всем, согласно республиканской программе, дают по миллиону. А инженерам такую сумму не дают? Существует ли такая поддержка для промышленников? Нет, не дают. Но я думаю, не страшно. Каждый выбирает свой путь сам. И что ему ближе, на самом деле лучшими работниками становятся на предприятиях те, кто ходит на работу как на праздник. Если тебе в кайф заниматься этим, то у тебя весь день будет в хорошем настроении, ты будешь больше отдавать окружающим. Если тебе это не нравится, ты ходишь вот так, опять таскать, опять что-то там делать, это не жизнь, это тебе плохо и предприятию плохо на самом деле. Какой экономический эффект имеет проект-конкурс «Я инженер»? У нас были студенты-участники. На втором этапе на «Синергии Севера», на «Саха-Селигере», когда они проходили, они приходили со своими проектами, в основном это были дипломные или своих наработки. На третий этап, когда проходит уже осенью, мы узнаем, что всех их уже трудоустроили. У нас же в жюри сидят компании многие, и они сразу видят: о, толковый. И это вот как раз тот момент, когда людей замечают, берут и трудоустраивают сразу. А экономический эффект дают, они рассказывают у нас. Вот первый наш победитель, Нергун Захаров, как раз он работал в «Алроссии». Он закончил, сам он с ТАТТЭ, поехал учиться в Горный университет в Москве, закончил, поехал работать в «Мирный». Очень долго устраивался тоже. Но в «Алроссии» его взяли, и он своей работой показал и знаниями, полученными во время обучения, что он высшей квалификации. Он очень быстро стал исполняющим обязанности рудника «Интернациональный». И когда он получил эту возможность, он поменял схему. То есть 50 лет работали по одному типу работы. Он сказал: давайте пробурим по-другому здесь, механизм работы. И это очень сложно, на самом деле, прийти молодому человеку и сказать: давайте, вы 50 лет занимались не тем, давайте так. Но все-таки он смог пролоббировать уже внутри компании. Пробурили по-другому и получили в тот же год 28 миллионов экономии. И все, и вот это начали тиражировать другие похожие рудники. То есть компания получает от наших ребят очень хорошие дивиденды. Но в каждой компании есть, если ты такую рационализаторскую идею внес, ты в течение определенного срока получаешь оттуда процент от выгоды. То есть твоя заинтересованность личная тоже есть на работе. Давайте обсудим именно проблему трудоустройства. Все вы скоро станете специалистами, и вопрос трудоустройства наверняка является для вас одним из прерогативных. Угу. Начнем с оптимистов. Какие пути трудоустройства в промышленных предприятиях более эффективны? Как надо действовать? Мы живем в Якутии, у нас ввиду исторических событий, наверное, есть такое понятие, как клановость, да? Там знакомство, и это то, что передавалось веками. Но на сегодняшний день рынок чуть-чуть другой. Пришли крупные компании, которые смотрят немного по-другому, они смотрят на личные качества людей. Я когда хотел устроиться, я 6 месяцев, в течение 6 месяцев каждую неделю ходил
Министерства профобразования, тогда был департамент. И каждый день спрашивал, ну что, мое резюме передали, не передали, Сургутнефтегаз, дайте. Она в конце мне дала номер телефона, я уже звонил там 2 месяца туда напрямую в Сургут, они тоже поняли, что человек хочет работать, он не откажется от этого завтра, послезавтра, сказать, ну, тогда прилетай, да, такое условие поставили, не в Якутии, не на Талакане, а в городе Лентори, это наподобие города Ленска. Я что сделал? На следующий день я запаковал вещи и прилетел к ним. Говорю, вот я прилетел завтрашний день. Они видят, говорят, ну ладно, раз так хочешь, будешь работать. То есть нужно желание доказывать это, не ждать кого-то. Отправляйте резюме повсюду, но ногами тоже ходите. И если есть какие-то возможности, можете теребить и нас, да? Где-то можем помочь мы своим ходатайством. Но тут все зависит от людей. Но сразу скажу, что все места в Якутске не хватит. Очень многие молодые люди сейчас хотят остаться в Якутске. В Якутске у нас очень молодой город, наш средний возраст сейчас в Якутске 29 лет. То есть надо покорять те места, вот Ленск, Мирный. С какого именно курса надо вот начать искать работу? Либо после бакалавра, или же во время учебы? Период производственной практики, период... преддипломный, надо пытаться ехать именно на такие. Сейчас СУФУ тоже с многими компаниями, как я знаю, сотрудничает. Не бойтесь Кызылсыров съездить туда, ЕТЭК-компания, Сахатранснефтегаз. Конечно, многие говорят, что не берут, но такого, это, на самом деле, возможно, желания не было. Отдел кадров говорит, приди в какое-то время, пришли и сразу, ой, их не было, и обиделись, да? Такого не должно быть, надо постоянно ходить. И в любом случае, если человек видит, что у человека есть желание, он не может ему отказать. Возможно, как раз проходя практику, вы поймете, что это не ваш. И выберите другое. Откуда можно брать опыт, если сейчас, после окончания учебы, все спрашивают про опыт работы? Если нет, то нет. Надо понять, никто никогда не возьмет человека без опыта сразу инженера. Потому что от инженера, ну вот, инженерно-технического состава зависит, как будет работать предприятие. А пока ты не знаешь, что это вообще за предприятие, ты не сможешь руководить людьми. Поэтому это обязательно надо пройти. Кто как быстро это пройдет путь, все зависит от человека, от его данных, как он будет работать и так далее, и так далее. Искать выходы, все зависит от человека, от его настроя. Если он сдался, то в жизни сдастся. Если в одну компанию не взяли, то идите в другую, смежную, похожую. Опыт работы, может быть, у вас сейчас это студотряды. Вот, допустим, ты нашел практику, да, производственную, за бесплатно даже. Ну, там заставляют работать, ну, не по этим, не по специальности. Забор покрасить, мусор убирать там. Ну, такое часто бывает. И что можно с этим сделать? Через это прошли все, честно я тебе скажу. Ну, потом предприятие жалуется про этот недостаток опыта работы. Не, ну они же тебе все равно, у тебя в резюме появится, что ты там, во-первых, практику проходил определенный период, и они должны это смотреть. Ну, правильный отдел кадров обязательно это смотрит, где ты проходил практику. И есть такое понятие, что они общаются тоже между друг другом. Узнают там, если ты написал, что где-то прошел, они имеют знакомых, может позвонить, что как парень. Ну, такие чисто человеческие отношения. Да, хорошо, он такой нетребовательный, не стоял и говорил, у меня это в положении не прописано, я не буду так красить. Такого человека, скорее всего, не возьмут. А если человек выполнительный, исполнительный, неконфликтный, можно сказать, то, скорее всего, его больше шансов. Давайте вы. А что насчет девушек? Как девушки могут вообще в этой индустрии работать? Надо идти со временем. И появились очень много специальностей, где девушки тоже сейчас востребованы. Везде становится автоматизация, такие процессы, ну, роботизация, можно сказать, цифровизация. И девушки могут быть операторами уже издалека, сидя за компьютером, где не человеческий труд, да, физически нужен, а управление. Поэтому если им брать именно промышленность, то можно смотреть именно такие специальности и там добиваться успеха. Девушки по своим качествам, усидчивость проектирования, мне кажется, больше получается как раз у девушек. Получая технические специальности, вы не обязательно должны на промышленность ехать, да? Хотя мы хотим этого, один из наших лозунгов, но те знания, которые вы получаете в университете, можете использовать для монетизации и дальнейшей жизни своей. Вот вы сказали о роботизации производства, да? Но это же приводит к снижению числа работ
работы. Короче. Рабочих мест. Рабочих мест, да. Друзья, нас в Якутии сколько? Меньше миллиона человек, и больше 100 тысяч человек работают в промышленности. Я еще не считаю ЖКХ, благоустройство и так далее, и так далее. У нас вся жизнь... На вас мест точно хватит, если вы захотите, на самом деле, да? Потому что у нас сейчас в промышленности трудовая миграция с других регионов и других стран, она намного больше. А для местного населения, если вы действительно туда прорветесь и будете работать, то мест хватит, ну, не на, на 300 и дальше больше лет. Какие именно меры нужно предпринять вот нашей власти для того, чтобы молодые люди могли трудоустраиваться на крупные промышленные предприятия? Раньше я тоже думал, промышленники нас не слышат. Ну, какой-то мост навести. На сегодняшний день есть... Государство смотрит, дает образование в школе, государство дает образование в университете, а потом человек резко чувствует, когда он закончил университет, получил диплом, что он остался один, да? Угу. Ну, государство же не может всю жизнь за человеком следить. Тут как раз во время учебы в университете надо связывать с предприятиями именно через стажировки, именно через практику. Предприятия говорят, у нас не заложена, допустим, их заработная плата проведения на стажировке, да? Можно как-то это субсидировать. То есть помочь проездом до этого места в общежитии, а предприятие идет навстречу, там зарплату делает ребятам. Ну, какие-то такие механизмы, чтобы создавались. И не точечно на одном предприятии, а со всеми. Хорошо, но мы понимаем, что человеку необходимо быть мобильным, чтобы трудоустроиться. Да. Но вот конкретно правительство что может сделать для того, чтобы ребятам было легче именно трудоустраиваться? Пока что есть такой только сделать мост, то есть адаптацию человека от того, когда государство за ним следит, до того момента, когда человек уже сам себе должен все находить, чтобы у него были, ну, квартира появилась, машина и так далее, и так далее. Ребята, а как вы считаете, вот, что правительство может сделать, чтобы молодым людям было легче трудоустраиваться вот, именно на промышленные предприятия? Может ли правительство Якутии обязать промышленные организации брать именно местные кадры? Заставить человека, который работает, ну, пришел работать, платит налоги, да, которыми я потом распоряжусь. Ну, я государство, Антон, допустим, он предприятие. Он работает, добывает, он платит мне налоги, там, которые мне полагаются, я их трачу. А потом я ему говорю, Антон, а почему ты моих не берешь-то? Он говорит, ну, в законе же прописано, что я должен платить, я эти мероприятия выполняю. Но могут быть некоторые соглашения, если мы с Антоном очень хорошо договоримся, вот политика у нас хорошая, договорились, подписали несколько соглашений, и потом Антон, я говорю, вот 30% должны работать и не вахтерами, и там охранниками, а именно по инженерной. Антон сказал, добро, все, ну, так такие. Это все зависит от руководства республики, на самом деле. Ну, я считаю, то, что нужно развивать малый бизнес, то есть для того, чтобы каждый студент, ну, то есть выпускник университетов, как бы создавал свой бизнес, уже промышленный бизнес, для того, чтобы, ну, зарабатывать деньги, и тем самым, когда он будет создавать эти самые малые бизнесы, то будут появляться и рабочие места. То есть вы сами сейчас сказали, мы создадим рабочие места. Да. Круто. Я желаю вам, честно, удачи, тем более в IT, там, программирование сейчас, ну, такая креативная молодежь. С чего, человек должен начать, чтобы начать производство или что-нибудь, ну, построить новое предприятие? Хороший бизнес-план, экономику посчитать. Ну и вера. У меня тоже были такие проекты, где рубль вложил и рубль обратно забрал. Но зато я получил огромный опыт в этой стезе. Ничего не бойтесь. Если верите, то делайте. А если развивать промышленность, то как нужно развивать? В экстенсив или же в интенсив? Мы уже отошли от того, чтобы догнать производство машин, да? Мы сейчас ругаем УАЗик, который был создан 60 лет тому назад, и что он такой же и остался. Не надо пытаться догнать Мерседес или так далее, создавать это. А надо представить, что будет 20 лет, через 20 лет, через 30 лет. Вот фантастика же есть, да? Летающие машины. Попытаться вкладываться туда. Если мы первую машину сделаем, то мы сможем уйти вперед в этой стезе. А машины УАЗики пусть существуют и решают другие проблемы. Да? Мы должны чуть-чуть просмотреть, что там будет, и начать делать уже сегодня. И готовить как раз кадры, вот рабочие специальности, чтобы вы там специалистами стали и этот рывок сделать.
государство хочет, чтобы люди начали видеть чуть-чуть по-другому и сделали рывок. И на это сегодня нацелено государство. Как вы относитесь к тому, что образование разделили на бакалавриат и магистратуру? У меня вот личный опыт, и будучи бакалавром, при трудоустройстве дело не доходило даже до опыта работы. А магистратуру не каждый позволит себе, потому что бюджетных мест очень мало, очень ограничено. Пока что отношения, вы со своей стороны сказали, я со стороны и работодателей скажу, пока что больно. Государство переворот-то вот этот сделало, да? Законы приняло, бакалавр, магистр начали делить в образовании, а для работодателя не дали нормативку. То есть мы сейчас не знаем, бакалавр это готовый инженер или еще не готовый, да? И сейчас я вот был на форуме международном, московском инженерном форуме, где опять же эти вопросы задавались. Они говорят, преобразование в одной среде сделали, но давайте теперь нормативные, как нам поступать, да? Где, кто такой бакалавр? Это как средний СУЗ считать? Или чуть выше? Ну, вот в таком плане. Бакалавров не считают специалистами. Вот, есть же уровни, которые вот по образованию. И бакалавриат – это уже 6-й уровень, а магистратура – ты получаешь 7-й уровень. То есть только по достижении 7-го уровня ты можешь сидеть вот, в управляющей должности. То есть бакалавриат – это уже планка твоей карьеры. Как бы высшая, да? Но... Да. Не выше. Да. Вот этот вот пока нерешенный вопрос на законодательном уровне, и каждое предприятие сейчас сами смотрит. Но, как я понял, вы столкнулись с тем, что там уже считают именно ниже. Так, и давайте последний вопрос от оптимистов. Сегодня много говорили о развитии промышленности, и это, наверное, отчасти предполагает строительство новых заводов, производств, чтобы наша республика перестала быть только сырьевой базой. И вот как вы относитесь к вопросу строительства завода по производству метанола в Мегино-Кангаласском районе? Этот вариант, он экономически целесообразный, но он не самый лучший на сегодняшний день. Есть другие альтернативные производства, такие как сжиженный природный газ. Там сказали, что мы опоздали, но варианты надо смотреть такие, которые при производстве мы все-таки детям своим оставим. И не только детям, внукам ту экологию, на которой живем. Поэтому у меня такое отношение шатко-валко. Хорошо. Аплодисменты нашему герою. Так, а теперь мы предлагаем нашему герою и нашим гостям обсудить еще одну проблему, с которой сталкиваются у нас на севере. Ну, она, можно сказать, является укором для всех инженеров нашего севера. Внимание на экран. Я считаю, что надо сначала что-то сделать с туалетами. Мне говорят, ну как ты можешь рассказывать со сцены про туалеты? Как? Могу, потому что это главный признак страны. Какие общественные туалеты, такая и страна. Понимаете? Почему никому не пришло в голову начать с туалетов? У нас строят такие огромные стадионы, а я езжу по стране, извините, некуда сходить. Мы единственная страна, ну кроме еще нескольких социалистических республик, где остались вот эти вот халабуды, мои жо, с дыркой в полу, понимаете? Вот этот жуть это, понимаете? Это же можно выставлять на Кристис, на Сотбис под названием «Как древние какали», понимаете? Оторвут с руками. Заходишь туда, ну просто кто давно столицу не покидал, напоминаю. Заходишь туда вот так. Боишься о воздух испачкаться. Над этой дыркой зависаешь, как птеродактиль над гнездом. Еще же приходится ноги широко ставить, потому что многие промахиваются. А стенку опереться нельзя, потому что некоторые ее используют не по назначению. Но это ладно еще. Еще же приходится все время держать дверь. Потому что она в закрытом состоянии не находится. Шпингалет украли еще до стройки. Она все время норовит показать тебя миру. Та-т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 а
Но и это полбеды. Мало того, что ты так стоишь, мало того, что держишь дверь, мало того, что в зубах сумку, надо еще сквозь многочисленные щели смотреть, не идет ли кто. А если идет, то громко кричать «Занято!»
Потому что наш человек, как бы ты эту дверь ни держал, он когда подойдет, он одним рывком тебя с этого насеста снимет. Будешь лететь к трассе, как птица-тройка, только туалетная бумага за тобой будет развиваться гимнастической лентой. Ну, согласитесь, 21 век, новые технологии, нанотехнологии и многое-многое прочее. Но вот именно эта проблема, она у нас стоит остро, и ее решения как такого нет. Давайте обсудим именно это. Можно же построить как теплые остановки, теплые туалеты, или бюджет не позволяет, что ли? Нет, в селах каким образом можно эту проблему благоустройства решать? В селах я считаю, что то, что эти туалеты как были деревянными, так деревянными останутся всю жизнь, потому что другие мы не будем делать. Никто за это даже браться не будет, потому что просто, ну, есть да есть, господи. Ну. Сейчас вообще у нас не существует централизованного водоотведения. Это большая проблема сейчас. Ну, нужно, наверное, начать с этого. Я так думаю. Хорошо, это в городе, а в селе? А в селе все намного труднее. Там, я думаю, что нужно сделать тоже водоотведение и, ну, септики. А, ну, септики где-то 3-4 в одну деревню. Ну, хватит, чтобы обеспечивать теплый туалет. Угу. Вот хорошее предложение. В Европе, наверное, вот каждого, да, видел, вот, например, на видео, вот как бы, вот экскурсы, да, там общественные туалеты, как они выглядят. Вот они вот эти общественные туалеты, они прямо вот из-под земли поднимаются. Что если такие же туалеты построить в Якутске? Ну, как бы поставить, оборудовать, ну, это оборудование поставить в Якутске. И вот как и предложил мой, так скажем, товарищ по оптимистам, то, что нужно построить централизованно, это как раз-таки тоже это к этому относится, то есть как бы модернизировать. В городе можно еще-то кое-как этот, решить этот вопрос, но вот в селе это уже вопрос... Вы считаете, что невозможно, да? Могу привести пример того, что, например, в селе Чурапча, да, ну, там есть такие септики, которые, ну, не в селе копят, а в другом месте они скапливают там и землей, ну, как сдавливают. Засыпают. А вы что можете предложить? У нас был проект такой, переносной туалет, ну, септик отдельно, верх отдельно соединяется, привозится, устанавливается. А проблема в обслуживании, то есть откуда деньги. Это была наша инициатива, мы, как сказать, подарили, да, городу, в радиоцентре поставили. Но как только сказали там ближайшим предприятиям, давайте сюда будут люди ходить, и пробовали на конечке, кстати, где медцентр поставить его, сказали автобусникам, ваши же люди ездят там, эксплуатируйте, но цена их не устраивает. То есть здесь как бизнес он не может существовать. Мы потом не то, что продали, подарили предприятию. Предприятие его на своих вот удаленных участках поставило, а сейчас его очень хорошо эксплуатирует. То есть они позаботились о своих работниках. Потом у нас был такой, есть на сегодняшний день проект Туабус. Это автобус, который мы сделали как, ну, передвижной, он ездит и в общественных мероприятиях может там пропускать определенное количество людей. Как бизнес он, к сожалению, невыгодный для предпринимателей, поэтому надо, опять же, субсидировать, помогать им финансово. То есть это либо муниципалитет с предпринимателями как-то общий контракт, либо, ну, другого варианта нет. Почему вы считаете, что это невыгодно для предпринимателей? Ну, мы изучали это, потому что. Ну, у нашего общества получается менталитет такой-то, что он не хочет за это платить, да? Не то, что кто очень спешит, заплатит. Просто проходимости такой не будет в этом месте. Именно поэтому это... Да. Является. Это более социалка, да. Владимир, а каким вы видите будущее в своем направлении работы? Ну, то есть, к чему вы стремитесь? Хотелось бы, чтобы движение «Инженер», наверное, вышло на российский уровень по семейной, оставить после себя, ну, достойное поколение. А в работе, ну, в работе время покажет. Ну, а сейчас, дорогие друзья, наступил момент истины. Пришло время определиться с тем, поменялось ли ваше мнение относительно нашего героя после общения с ним. Что ж, переходим.
Объясните, пожалуйста, почему вы поменяли свое мнение? В общем, понял, что то, что мои сомнения, как бы, они не существенны. И больше я доверюсь хорошему специалисту, и свой выбор я сделал, как бы. Ребята, а почему вы остались при своем мнении? Вы говорите, чтобы устроиться на работу, нужно желание, упорство и стучаться в каждую дверь. Вот я, допустим, закончил университет, получил диплом, да, и подхожу по всем критериям. Но все равно же, когда я дам документ, по знакомству заходит же, по секрету, если, ну. Я не поменял мнение, потому что, ну, все, что было здесь сказано, это масло масляное, там, надо, типа, быть хорошо, трудиться, еще раз трудиться, это мы уже много раз слышали, и что-то ничего не меняется, как бы. То, что вот есть, как бы, вы один, да, вот такой, типа, хороший, на остальных это не распространяется. Я поменяла свое мнение, потому что вы меня убедили в том, что не надо останавливаться, надо идти всегда вперед, всегда стремиться к своей цели и достигать своей мечты. А сейчас, Владимир, так, вам необходимо выбрать участника, который, по вашему мнению, стал лучше. Подарок я вручу девушке, которая вначале сказала. Так, пожалуйста, выходи сюда. Меня зовут Абрамова Светлана, я магистрантка Горного института, и я очень рада получить от вас подарок, спасибо большое. Пожалуйста. И, ну, всем нам удачи, мы все инженеры, и за нами будущее, так что будем развивать нашу республику. Аплодисменты Светлане. А сейчас мы приглашаем всех наших гостей общий слов на общее фотографирование. С вами была программа «Я молодой». Меня зовут Антон Васильев. И до скорых встреч! Интересный момент то, что ребята тоже верят, хотят начать свой бизнес с самого начала, после окончания университета. То есть какая-то уверенность. И есть ребята, я не скажу, что не очень пессимистичные, которые действительно могут поддаться под то, что ничего не изменится, ничего не делая, можно что-то получить. Это, конечно, немного настораживает, потому что все равно труд, пока мы не вернем те ценности, которые... с помощью которых любое государство, которое развилось, которое в экономике вперед вышло, это труд, это желание людей, это общая цель, то этого прорыва, к сожалению, не случится. Надо работать, нам важен каждый человек, в республике нас не так много, и надо проводить работу с этими ребятами, дать им веру, какие-то создать механизмы, чтобы менять их мнение.